Друзья, сегодня хочу показать вам свое алоэ тигровое или пестрое, да. Вот посмотрите, как оно выросло, да, вот какие хорошие корни. И за это время, пока оно сидело в техническом горшочке, посмотрите, какие детки уже выросли. Вот одно вообще с хорошей корневой. И вот еще малыш вот такой вот, видите. Ну, тоже уже можно сажать его. Есть уже корневая. И вот смотрите, первый признак, почему надо пересаживать. Посмотрите, как расперло горшок. Видите, он как деформировался. Начал его распирать по бокам. При покупке я, ну, просто в этом же оставил, когда в свое время покупал это алоэ, да. Просто поменял свой грунт. Видите? И вот сейчас вот это пришло время, вот когда я увидел, что вот такое начало твориться, да, деформироваться горшок, я понял, что надо срочно его пересаживать в более крупный. И деток, естественно, посажу отдельно. Пусть растут. Вот такой вот красавчик. Точнее, мамочка. Она хорошая корневая у нее. Вот такая вот тигровая. Тверденькая вообще вся. Пухленькая аж. И довольно тяжелая. И уже деточка хорошая вообще. Прям аж красотулька. Вот такая.